по условиям которого великий князь Всеволод Большое Гнездо присоединил к своим владениям новгородские земли, а Святослав стал управлять не только своей областью, но и Киевом. Подобно Андрею, смотря с завистью на цветущую художествами и торговлю Болгарию, Всеволод желал овладеть ею и звал других князей к содействию. Война с неверными казалась тогда, во всяком случае, справедливой.